Вы хорошо знаете историю. Скажите, осень 2017 года у вас никаких ассоциаций не вызывает? Нет, она, понимаете, вот друг мой, да, Россия давно нуждается в революции. И это единственное, в чем она по-настоящему нуждается. В ней никогда не было революции. То, что происходило в 2017 году, то, что происходило в течение там, всей ее истории с бесконечными Разинами и Пугачевым, это все не были революции. Это все была замена одних мерзавцев на других. При этом коренной принцип взаимоотношения власти и народа никогда не менялся. Он всегда оставался точно таким же. Просто царей сменяли, секретари ЦК, позже президенты. Все равно вот эта неограниченная возможность распоряжаться жизнями и судьбами миллионов по своему усмотрению увечить, изолировать, награждать, обогащать или разорять. Вот этот принцип никуда не делся. А, к сожалению, так уже не живут в мире. Да? Это уже не жизнеспособная конструкция, которая будет отвергнута всем остальным человечеством.